Оленёкский историко-этнографический музей народов Севера торжественно открылся 7 ноября 1988 года. Основателем является Бенчик Владимир Афанасьевич, первый директор, отличник культуры Республики Саха-Якутия, большой энтузиаст и патриот своей малой родины. Основу фонда составили экспонаты общественного музея 70-х годов, который, в свою очередь, был основан на базе школьных наследственных музеев Оленёкского района, созданным первым историком из местных кадров Христофором Афанасьевичем Христофоровым. К большому сожалению, в то время общественный музей со стороны власти большую поддержку и должного внимания не получил, что чуть ли не привело к большой ликвидации и утере музейного дела в нашем районе. В залах Оленёкского музея есть уникальные музейные экспонаты, которые раскрывают традиционную культуру и историческую судьбу коренного населения с 18 по 20 века. Наш музей, благодаря Владимиру Афанасьевичу Бенчик, прошел все этапы от общественных начал до присвоения государственного статуса. На данное время Оленёкский историко-этнографический музей народов Севера входит в девятку государственных бюджетных учреждений по республике среди музеев. Оленёкский музей имеет 7 штатных единиц. Музейный фонд состоит из 4156 экспонатов. Уважаемые гости, приглашаем вас посетить Оленёкский историко-этнографический музей народов Севера и вживую увидеть уникальные экспонаты нашего музея.